Всем привет, друзья! Сегодня у нас огурчики, а именно огурцы будем проверять прибором Green Test Eco на содержание радиации. Вот такие замечательные огурчики. Вот сейчас мы делаем сброс прибора. Вставляем щуп в серединку овоща. В овощи, как известно, содержание может быть концентрировано, так как он растет из почвы на земле. Производим измерение. Где-то 10-12 секунд должно пройти. И нажимаем стоп. 0,17 микрозивертов, что означает зелененький круг. Значит, все в норме. То есть эти огурцы безопасны для употребления. Всем, кому было интересно, полезно, ставьте лайки. Пишите, какой овощ еще хотели бы проверить.